Алоха, друзья! Сегодня вас ждет очередная подборка с интересными и полезными товарами для вашего автомобиля, которые могут вам пригодиться. Все ссылки на товары будут в описании под видео. Также, досмотрев ролик до конца, вы можете принять участие в конкурсе с денежным призом. Ремонт двигателя автомобиля – дело, которое лучше доверить профессионалам, так как в ДВС все детали должны быть идеально подогнаны и установлены соответствующими требованиями. Если вы уверены в своих силах, то заменить поршневые кольца можно самостоятельно, имея нужный инструмент, в частности клещи-съемники. Они помогут извлечь старые поршневые кольца из канавок на поршнях. Такая процедура может потребоваться при локальном и капитальном ремонте двигателя. Клещи изготовлены из прочного материала, который прослужит длительный срок. Ручки имеют удобное покрытие. 200 штук установочных, или как их еще называют в простонародье, безголовых болтов под шестигранник. Поставляется в пластиковом органайзере. Болты изготовлены из прочной нержавеющей стали, которая имеет высокую износостойкость. В комплекте поставляются болты от 3 до 10 мм, каждый размер в количестве 20 штук. Если рекомплект не помог восстановить ваши форсунки до рабочего состояния, или вы не хотите связываться с разбором и ремонтом, то вариант купить новые форсунки как раз для вас. У продавца есть форсунки на автомобили разных марок, моделей, годов выпуска и объемов двигателей. Вы можете купить сразу 8, 6, 4, 3 или всего одну форсунку. Здесь вы наверняка найдете запчасти для своего автомобиля. Штатное освещение салона во многих автомобилях оставляет желать лучшего. Зачастую оно тусклое, имеет желтый приглушенный свет, и при нем невозможно отыскать потерянные вещи в салоне, не говоря уже о чтении книг. Данная потолочная лампа универсальна и подойдет в любую машину, так как устанавливается с помощью клейкой ленты и магнитного крепления. Ее в любой момент можно снять, взять в руки и подсветить необходимую область. Лампа имеет сенсорное переключение режимов и заряжается через порт USB. Размер лампы составляет 165 на 104 на 22 мм, а вес 135 грамм. Подвеска автомобиля на отечественных дорогах превращается в расходник, причем дорогостоящий. Амортизаторные стойки могут выйти из строя даже от одного, но сильного попадания в яму. В таком случае намного выгоднее заказать запчасти с Али, чем переплачивать посредникам. Продавец предлагает кайловерные стойки, их жесткость и высоту можно регулировать самостоятельно. Такие детали прочнее и долговечнее, чем стандартные образцы. Есть выбор на самые разные модели авто. Гидравлический ряд педалей предназначается для гонщиков и дрифтеров и устанавливается в подготовленные к заездам спортивные автомобили. Преимущество такой системы заключается в том, что она дает более точное и отзывчивое управление машиной и позволяет произвести гибкую настройку всех параметров. Блок педалей имеет очень малый вес, что крайне важно в гоночном авто. В комплекте уже установлены цилиндры и трос сцепления, то есть система поставляется в сборе. Зеркало заднего вида со встроенным монитором и камерой. Такое решение всегда является простым и бюджетным, поскольку не требуется замена заводской магнитолы, а также не требуется устанавливать дополнительный экран, загораживающий обзор. Помимо всего этого, не изменяется вид салона и повышается безопасность управления автомобилем. Зеркало имеет широкий диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 80 градусов по Цельсию, что очень важно для эксплуатации в автомобиле. Автоматическое включение происходит при включении передачи заднего хода. В некоторых авто еще установлены старые магнитолы для воспроизведения кассет. Такую магнитолу можно модернизировать, подключив к ней кассетный адаптер для автомагнитолы. Используя такое устройство, можно слушать музыку уже не с кассеты, а с MP3 плеера или мобильного телефона. К кассете подключается штекер мини-джек 3,5 мм, который вставляется в плеер или мобильное устройство. Длина шнура составляет 1 метр. Подключается кассета-адаптер в автомагнитолу следующим образом. Вначале кассета вставляется в автомагнитолу. Далее штекер присоединяется к гнезду для наушников смартфона. Управление треками осуществляется с телефона. Качество воспроизводимого звука достаточно неплохое. Хорошая обзорность лобового стекла всегда играла ведущую роль в безопасности передвижения на транспортном средстве. Возможность обзора резко снижается из-за погодных условий, таких как снегопад, сильный дождь, туман и попавшая грязь на лобовое стекло. В последнее время многие производители автомобилей стали устанавливать на свои модели веерные форсунки омывателя лобового стекла, которые отличаются тем, что подача стеклоомывающей жидкости на стекло осуществляется не двумя-тремя отдельными струями, а фронтом из мелких капель, попадающим сразу на большую площадь лобового стекла.
форсунки этой модели еще и с подсветкой, поэтому смогут придать оригинальный вид автомобилю. Универсальный клапан сброса выхлопных газов подходит для всех авто, оснащенных турбонаддувом. Клапан изготовлен из цельного лития алюминия с применением анодирования. Устройство имеет тройную перемычку на выходе, благодаря чему звук сброса давления получается громким и агрессивным. Для настройки звука под себя вы можете приобрести дополнительные перемычки отдельно. В комплекте с клапаном поставляются фланец, штуцера, хомуты и зажимы для установки. Вы можете выбрать клапан серебристого или черного цвета. Покупатели хвалят продавца за быструю доставку. На автомобилях с пробегом случается, что авто имеет повышенный расход топлива, нестабильный холостой ход, вяло набирает обороты или пытается заглохнуть. Такие неисправности могут быть связаны с вышедшими из строя форсунками. Чтобы не менять форсунки на новые, их можно отремонтировать. Для этого и нужен ремкомплект. Он включает в себя уплотнительные кольца, сетчатые фильтры и колпачки. У продавца большое количество наборов для ремонта форсунок для различных авто. Аптечка должна быть в любом автомобиле, мало ли что. Поэтому, если у вас нет до сих пор чемоданчика с медицинскими принадлежностями, то есть отличный вариант аптечки от Xiaomi. В наборе лейкопластырь и прочие повязки, только таблеток не хватает. Есть два варианта аптечки, большая и маленькая. Какая нужна вам, решайте сами. Сумка выполнена из плотной ткани. Основной недостаток поездок в темное время суток и при пасмурной погоде – это быстрая усталость глаз, постоянно ослепляемых фарами встречных машин. Предлагаемая модель имеет поляризованные линзы, оправа изготовлена из алюминия. Антибликовые очки представлены широким выбором цветов оправ и линз. Отличное решение для поездок ночью и при плохой видимости. Позволяет значительно увеличить контрастность всех предметов и снять нагрузку с глаз. Подушки для выхлопной системы нужны, чтобы гасить вибрации, которые непременно возникают во время работы двигателя внутреннего сгорания. Со временем стандартные подушечки глушителя рассыхаются, как любая резина, трескаются и попросту рвутся. Крепление выхлопной системы лучше менять заблаговременно, при появлении первых заметных физических повреждений на поверхности подушек. Продавец предлагает небольшие улучшения на фоне заводских креплений. Это красивые цвета и повышенная прочность. Подушки универсальные, подходят на большинство авто. Диаметр монтажных отверстий 11 мм. Если вы часто перевозите собаку в машине, то наверняка знаете, как она может мешать своим передвижениям по салону. Устройство позволяет зафиксировать питомца на месте и обезопасить как его, так и вас в случае непредвиденной ситуации на дороге. Держатель крепится к ремню безопасности и удерживает собаку, не давая ей пасть или бегать по салону. Шлейка имеет сертификат соответствия и полностью безопасна для животного. У продавца есть разные размеры как для мелких, так и для крупных пород собак. Контакты, которые используются для установки центрального замка на сдвижных дверях, например, в фургонах или микроавтобусах. Цвет корпуса черный, материал изготовления пластик. Контакты крепятся саморезами. Вес контактов составляет 48 грамм. В упаковке прилагается инструкция, саморезы для установки и декоративные колпачки. В отзывах пишут, что качество товара лучше, чем ожидалось, а доставка примерно месяц. Универсальный центральный замок легко монтируется на автомобиле любых моделей и производителей. Комплект включает два дистанционных ключа, блок управления, кабели, крепежи и иные необходимые комплектующие. Позволяет блокировать и разблокировать авто без использования ключа. Контроллер обеспечивает быстрый отклик. Установка системы может проводиться как самостоятельно, так и в специализированных сервисах. 70 Mai Pro – продвинутый видеорегистратор с 2-дюймовым жидкокристаллическим экраном и 5-мегапиксельной камерой, которая снимает с разрешением 2592 на 1944 пикселей и способна контролировать процесс парковки. С этой камерой нет необходимости пользоваться парктроником. Устройство оснащено GPS, Wi-Fi и универсальным помощником водителя – системой ADAS. Широкоугольный объектив с углом обзора 140 градусов позволяет увидеть все, что происходит на вашей и соседних полосах движения. Видеорегистратор оснащен функцией антитуман, усовершенствованный алгоритм для повышения качества изображения, снятого в тяжелых условиях окружающей среды, таких как туман, снег и неправильный засвет. Фирменная фишка 70 Mai – функция охраны. Как только G-сенсор определяет движение вблизи вашего автомобиля, камера начинает процесс видеофиксации в зоне ее видимости.
Часто случается, что старый аккумулятор после простоя ночью в сильный мороз уже не способен запустить двигатель авто. Быстросъемные клеммы для АКБ как одно из решений этой проблемы. Зачем откручивать каждый раз клеммы, чтобы заносить аккумулятор машины домой, если можно приобрести быстросъемные и проделывать ту же операцию в разы быстрее? Клеммы промаркированы цветом красный на плюс, синий на минус. Принцип установки и снятия на аккумулятор довольно прост. Поднимаем вверх крышку, клемма разжимается. Нажимаем на крышку, клемма сжимается. Следующий товар — это не просто пауэрбанк, это царь всех пауэрбанков. Его емкость составляет 73 тысячи мАч. Для понимания, объем батареи среднестатистического смартфона не превышает 4000 мАч. Наверное, не стоит рассказывать, сколько раз вы сможете зарядить свой гаджет от этой банки. На корпусе аккумулятора имеется 4 USB порта, выходы для подключения телевизора и 2 китайские розетки под китайскую вилку. Единственный недостаток данного пауэрбанка — это его масса. Весит устройство 3,3 кг. Именно по этой причине на его верхней стороне имеется удобная прорезиненная ручка для переноски. Хороший тюнинг для путешествий. Мусорная корзина в автомобиле — это очень важная вещь, когда пассажиры едят и пьют во время езды, так как при этом у них обязательно появятся различные обертки и упаковки, которые нужно куда-то выбросить. Данная корзина изготовлена из прочного тряпичного материала. Благодаря удобной петельке застежки корзину можно установить практически в любом месте салона. Также аксессуар можно использовать не только для сбора мусора, а и просто положить туда необходимые вещи. Размеры сумки 22 на 22 на 14,5 см. Есть различные цветовые варианты. Чтобы не допустить попадания насекомых в салон авто сквозь открытый люк, поставьте антимоскитную сетку. Сеткой вы можете открывать люк и не бояться, что в машину залетят незваные гости. Кроме того, сетка также защищает от прямых солнечных лучей. Антимоскитная сетка универсальная, она устанавливается с помощью магнитов и подойдет к любому автомобилю. Размер сетки 95 на 55 сантиметров. Сетка хорошо пропускает воздух и обеспечивает вентиляцию салона. Даже вымытые волосы все равно имеют природный жир, который отлично пачкает подголовник сиденья и оставляет стойкие следы. Для того, чтобы не пачкать подголовник, можно надеть на них чехлы. Кроме защитной функции, такие чехлы играют роль улучшения вида салона, так как на них имеется логотип марки вашего автомобиля. У продавца есть чехлы с изображением различных марок, как отечественных, так и зарубежных. Сами подголовники изготовлены из мягкой ворсистой ткани черного цвета, а на тыльной стороне имеется небольшой карман, куда задние пассажиры могут положить телефон или мелочевку. Данный инструмент актуален для владельцев с карбюраторной системой подачи топлива. На таких машинах за искрообразование отвечает тамблер, который должен верно распределять зажигание относительно цилиндров двигателя. Для этой настройки используется стробоскоп, который показывает, в какую сторону нужно подкрутить тамблер, чтобы достичь идеального зажигания, которое бы не провоцировало детонацию и не уменьшало мощность авто. Стильная недорогая MP3 магнитола формата 1 DIN. Устройство устанавливается в штатное место в панели автомобиля и воспроизводит неплохой за свою стоимость стереозвук. Корпус магнитола изготовлен из пластика и металла. Кнопки имеют красивую синюю подсветку. Проигрыватель поддерживает функцию передачи связи Bluetooth для удобных и безопасных разговоров за рулем без использования рук. Магнитола считает все популярные аудиоформаты и хорошо выглядит. Есть возможность подключения USB флешек и карт памяти. Подтекающая масло из коробки или двигателя автомобиля – это крайне неприятная история. В зависимости от места и силы течи, вы можете получить замасленное подкапотное пространство и пустую систему смазки агрегатов. Чтобы масло находилось внутри деталей, а не снаружи, нужно менять сальники. С заменой поможет специальный инструмент – съемник. С его помощью можно легко и быстро удалять старые сальники. Съемник имеет удобную для хвата ручку и две рабочие стороны. Если салон вашего автомобиля, ввиду особенностей комплектации, лишен такого важного элемента, как подлокотник, это нужно обязательно исправить. Во-первых, подлокотник придает удобство и делает езду за рулем более комфортной. Во-вторых, в него можно складывать различные вещи. В-третьих, это просто красиво, и подлокотник закрывает пустое пространство между сиденьями. Изготовлен из пластика и искусственной кожи. У продавца вы можете подобрать нужную расцветку.
Масло двигателя – это не просто какая-то там жижа. Это важнейшая его часть, по важности такая же, как поршень или коленвал. Масло обеспечивает смазку, охлаждение и чистку двигателя. Поэтому менять его нужно вовремя и желательно чаще, чем регламентирует производитель. А чтобы сам процесс замены не вызывал трудности и не возникала необходимость поездки на СТО, нужно применять специальное устройство. Эта штука поможет быстро и самостоятельно заменить масло в ДВС и механической коробке передач. Масло откачивается с помощью ручной подкачки. Объем пластиковой емкости 2 литра. На этом ролик подошел к концу. Я разыграю любой товар на Алиэкспресс до $10 или 600 рублей на счет мобильного телефона, как только под этим видео наберется 300 лайков. Для участия нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик, поставить лайк и написать комментарий. По нему я и буду выбирать победителя. Вся подробная информация о конкурсе находится в описании. Всем покеда!